Здрасте, привет, дорогие друзья, это Салам. Ну что, продолжаем с вами играть в их дохренище. И сейчас нас ждет... орда зомби. Орда зомби, только не знаю, какая орда зомби конкретно нас ожидает. Так, здесь у нас какие-то свежие зомби есть. Угу, довольно силен и быстр. Не хочу сильных быстрых зомби. Так, здесь у нас что, блин, здесь тоже свежие зомби есть. Так. О! Вот это наша тема. Здесь как бы... Так, взрослые зомби, гнилец и подросток. Вот это то, что нам нужно. Так, я так думаю, что мы сначала отправимся туда. Вопрос только, имеет ли мне смысл что-то прикупить или нет. На орд, наверное, это особо не распространяется. Если только... А, деревянные опоры у меня куплены. Мастерских там строить нельзя, ресурсов там нет. Ну, короче, в принципе, ничего не нужно, получается. Так, попробуем пойти тогда забороть вот эту вот орду зомби. И там нас ждет костяное побережье. Ждет, не дождется. Так, погнали. Значит, здесь, видимо, придется очень много ставить на паузу и постоянно перемещаться, потому что зомби здесь будет до хрена. И прям реально до хрена, я так думаю. Так, вот, значит, наша башенка, которую нам надо защищать. Так, ваша задача стоит в том, чтобы уничтожить всю орду, которая мешает началу армии, потому что найти только определенное количество. Если офицерский пост будет уничтожен, вы провалите миссию. Миссия начинается с приостановленной игрой. Разместите юниты, оборонительные сооружения. Если у вас больше нет имперских очков и довольно развернутый войск, нажмите кнопку «Старт». Хорошо, так, они полезут... Они полезут реально отовсюда. Отовсюду они реально полезут. Заставы. Так, имперская армия. Сколько я их могу, интересно, разместить? Так. Где застава-то моя, господи? Так, заставы вот. Ладно, рано или поздно. Откуда мы не начали? Откуда мы не начали, мы все равно придем сюда. Так, мы все равно придем сюда. Поэтому нам все равно имеет смысл. Так, только не тот барьер я размещаю. Так, как тебя удалить? Так, удалить. Так, давайте попробуем. Так, ладно, допустим. Я не знаю, правда, хорошая эта мысль или нет. Но я думаю, что в конечном счете такие вот штуки нам будут нужны. Поэтому мы их сразу подразместим. Это как бы финальная точка. Нападение зомби будет примерно где-то вот в этом месте. Так, еще вот здесь у нас кое-что осталось. Так, финальная точка будет здесь. Вопрос только, где их встречать. Встречать их, наверное, имеет смысл где-то под... Хотя хрен его знает. Имеет смысл встречать где-то подаль. Так, кого я вообще могу нанять? Так, я могу нанять контрактников-солдат и контракт-разведчиков. Так, ну ладно. Я думаю, что разведчиков вообще бессмысленно нанимать. Так, для начала просто распределимся. Для начала просто распределимся, чтобы были везде ребята, которые могут хоть куда-то, но пострелять. Так, вот и все, собственно. 37 человек у нас есть. 37 человек у нас есть, которыми мы типа как-то должны... отбиваться. Так, ладно, одних мы, допустим, так, этих мы уберем. Этих мы уберем и поставим сразу сюда. 4, 5, 5, 5. Так, ладно, мы сначала, типа, разбираемся с какой-то большой толпой. А потом, типа, отходим назад. Наверное, какой-то такой у нас будет план. Или мы сразу здесь стоим и просто тупо отбиваемся. Блин, я даже не знаю, как правильно сделать-то. Мне такое ощущение, что имеет смысл начинать вот откуда-то отсюда и потом постепенно, типа, отходить назад, отходить. Ну, вопрос в том, что успею ли я, потому что здесь реально очень, этот самый, очень много. Так, ладно, давайте запихнем старт и посмотрим. Больше не сможет укрепление. Ладно, все, погнали, попробуем. Так. Значит, слева, справа, сверху и снизу. Так, ну вот они, да, отовсюду они идут.
Отовсюду они идут, здесь, значит, они... Так, ладно, давайте-ка попробуем для начала. Так, ты иди сюда. Сверху-то пока... Нет, сверху уже тоже есть. Блин, да они реально отовсюду идут. Нет, так, все, стоять. Ладно, давайте попробуем... О, блин, ну... С одной стороны, конечно, имело смысл выйти. И уже начать их там гасить, пока они сюда не дошли. Ядрен батон, сколько их. Так, я могу вообще выйти отсюда? Блин, если я отсюда выйду, потом будет проблематично маленько. Так, давайте-ка, ребятки, вы подойдете сюда поближе, во-первых. Так, вы тоже подойдете поближе. Так, вы подойдете поближе, вы подойдете. Так, вы подойдете, подойдете. Так, вы тоже подходите прям вплотную. Так, вы, в принципе, и так норм стоите. Так, ладно. Пока посмотрим так. По идее, здесь медленные гнильцы и всякая такая хрень. То есть, чисто гипотетически, они, может быть, даже не сумеют дойти. Хотя, блин, в таком количестве они, конечно, сумеют дойти. Даже гнильцы, даже то, что их мало. Так, уже пора начинать стрелять. Они немножко не так идут, как я предполагал, по-моему. Так, ладно, мне надо вот так вот как-то сделать вид, чтобы я примерно представлял, что происходит. Так, я представляю, что происходит. А происходит такое, что нам вот этих нужно собрать вот здесь. Так. Сейчас они начнут ломать баррикады. И они их сломают, причем очень быстро. Так, надо немножечко отойти от баррикад в таком случае. Чтобы нас сразу не проломили, как только они прорвутся. Так, прорвутся они буквально вот уже очень скоро. Так. Так, вы, ребят, короче, стоите, отбивайтесь. Так, все пока стоят, отбиваются. Так, они баррикады уже проломали. Гнильцы гнильцами, а, блин. Так, ладно, значит, если мы, типа, отойдем сюда, сюда и сюда, у нас здесь будет один очень неплохой пункт обороны против прорвавшихся гнильцов. Так, прорвавшиеся гнильцы у нас есть еще здесь, значит, здесь мы тоже так вот как-то должны сплотиться в одну кучу. Так, здесь у нас тоже все очень плохо уже, поэтому мы отходим. Так, здесь тоже все не очень хорошо. Так, не, ну это я сейчас всосу конкретно причем. Это я сейчас прям конкретно всосу, потому что... Не, потому что да. Так, короче, надо просто отойти, чтобы они все хреначили по самому ближайшему. И я не знаю даже, на что-то надеяться, но надеяться особо не на что. Короче, просто держимся, потому что здесь уже ничего не сделаешь. Даже наши прекрасные защитные ребята все равно не могут ничего противопоставить им. Так, надо, значит, как по-другому будет действовать. Больше обороны, меньше защитников, может быть. Даже не знаю, как конкретно с этим поступить. Они пойдут и будут чисто сносить эту хрень. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, держатся-то они неплохо. Может быть, имело смысл еще лучниц нахреначить, как передовой отряд, а этих в конце? Блин, ну... Ну, нормально. В принципе, нормально. Они вот еще доломали в конце. Либо одних просто тупо держать... этими самыми баррикадами и справляться с ними потихонечку. Может быть, даже как-то вот так вот. Так, можно как-то повторить, наверное. Будет сброшено, количество попыток будет увеличено на 1. Ну, будет увеличено, что я могу поделать. Пускай будет.
Так, в таком ключе я с ними воевать не могу. Так, пойдем еще разочек попробуем. Так, давайте теперь поинтереснее. То есть я могу в два раза больше построить разведчиков, но разведчики это, блин, разведчики. Но их можно сделать в два раза больше, чем, соответственно, солдатиков. А в два раза больше это прям прилично. Плюс они очень быстрые. Так, давайте по... Блин, ну не знаю. Конечно, солдаты намного лучше бьют. Прям на порядок лучше. Но, как говорится, два раза два это два раза. Так что, может быть... Так, где могу строить ближайшее укрепление? Так, давайте мы тогда попробуем что-то типа вот того сделать. Значит, здесь Или вообще мне не нужны укрепления? Нет, вообще мне, конечно, укрепления нужны. Так. Конечно, я сделаю какие-нибудь такие разрозненные укрепления. Так, то отсюда много пойдет. Какие-то вот такие примерно. Типа, как будто мы их немножечко будем защищать, но так, совсем чуть-чуть. Чтобы им было что побить, в принципе. Но не очень. Так, разведчик. Разведчик. Так, где я могу делать разведчиков? Так, ладно. Допустим, мы сюда нахреначим разведчиков. Сюда. Сейчас давайте посмотрим, сколько мы, в принципе, разведчиков сможем поставить. Так, еще 710 очков империи у меня остается. 650 очков. Так. Здесь могу максимум вот сюда забахать. Так, давайте забахаем сюда. Какой-то небольшой отрядик. Так, сюда отрядик. Сюда отрядик. Так, 740 остается еще. Так, сюда отрядик. Сюда отрядик. Так, сюда отрядик. Так, остается еще 220 очков. 220 очков. Так, на что я могу запустить эти 220 очков? Могу, например, на что-то такое запустить. Что-то типа хаотичных таких вещей. Зомби же все равно наверняка пойдут их разбивать. Я надеюсь. Это такая, наверное, дурацкая, может быть, немножко история. Так, и еще разведчиков тогда. Тогда можно, в принципе, укрепить какую-то часть. Прям гипертрофированно укрепить. Например, вот так. Так, ну и теперь остается как-то это контролировать. 84 разведчика у нас. 84 это прилично. Ну, у них, конечно, меньше урона, чем у солдат. Но их, блин, 84. У нас вот этот нижний фланг херовый. Ну, давайте попробуем, ладно. Нам все равно примерно какую-то тактику пытаться выработать насчет этого. Так, теперь только надо за всем этим очень хорошо следить. Так. Так, значит, вот это мы сейчас отправляем. Прям начинайте мочить козлов, как говорился Румян. Так, значит, всех вот этих прям через атаку отправляем сюда. И уже прям начинаем конкретно их грызть. Так, начинаем конкретно их грызть. Так, и следить, чтобы их, правда, не убили. Желательно. Убить их сейчас будут прям конкретно убивать. Так. Так, наши войска в опасности. Наши войска в опасности, поэтому мы сейчас немножко должны отойти. Так. Там мы вообще никого не перекрыли. Так, маленько отходим, отходим. Так, здесь тоже маленько отходим, отходим. Еще отходим. Я думаю, что какой-то, наверное, такой должен быть план. Может быть и нет. Но мне почему-то кажется, что как-то так надо делаться. Так. Где юнит under attack? Покажи. Нет, здесь вроде никто не атакует никого. Нет, где-то нас атакуют, только я не понимаю, где. А, вот они, господи, они за деревом спрятались. Я думаю, где атакуют?
Так, а вот у нас там загрызли. Так, где сейчас ребят что загрызут? Так, отходим. Так, здесь вас тоже чертовски мало, поэтому, конечно, надо тоже отойти. Так, здесь вот отходим за эту штуку. Так, здесь вы так за границами обороны. Так, и внизу тоже не очень все хорошо. Так, наша... Где подверглась нападению? А, вот здесь, наверное. Так. Так, наш солдат в опасности. Так, наш солдат в опасности. Так, теперь пора, наверное, объединиться. Так, теперь, наверное, пора... Так, где еще наши войска в опасности? Так, здесь наши войска в опасности. Все, сваливайте сюда. Так, вы сваливаете за эту защиту. Вы все сваливаете вот сюда. Так. Значит, здесь мы немножечко отступаем сюда, после чего через атаку идем сюда. Так, давайте, не, вы сразу идете сюда через атаку. Так, ладно. Так, наша оборона атакует. Где? Так, значит, нашу оборону прорвали уже вот здесь. И атакуют вот тут. Так, то есть, в принципе, мы можем как-то вот так вот собраться. Так, еще юнитов атакуют. Так, вот этих атакуют конкретно прям. Так, давайте идите сюда. Так, все отступаем. Так, что у нас здесь? Здесь они, короче, пробежали. Здесь они сейчас пробегут, поэтому, в принципе, уже, наверное, можно отступать куда-то вот сюда. Так, здесь нас сейчас поймают и прижмут. Поймают и прижмут, причем так конкретно поймают и прижмут. Так, отступаем. Так, они пытаются прорваться, но это понятно. Я бы тоже на их месте пытался. Так, здесь, короче, зомби практически не осталось. Так, мы меняем дислокацию на вот сюда. Ну, вот сюда куда-то. Так, здесь внизу нас атакуют. Так, это мы отступаем, начинаем их крошить. Так, здесь отступаем, начинаем их крошить. Так, здесь, наверное, мы отступаем уже куда-то сюда. Так, здесь, так, тоже отступаем, но потом наступаем. Так, у нас еще внизу такая история. Так, и здесь мы тоже отступаем. Так, что у нас вверху? Так, вверху вроде как все норм. Хотя как норм. Так, ладно, они потихонечку на определенных участках они заканчиваются. Конечно, вот этот участок к этому не относится. Так, здесь у нас что? Так, здесь тоже надо отступить. Так, внизу, внизу нас тоже уже поджимают. Так, и здесь нас поджимают. Так, и здесь нас поджимают. Здесь нас причем очень конкретно поджимают. Так, 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 так. Короче, вот здесь вот у нас сверху теперь жопа. Да и с бочины у нас тоже жопа. И вот здесь вот у нас жопа. Так, нам надо по-хорошему, наверное, разобраться с какой-то, с каким-то куском. И чтоб можно было перебросить народ. В принципе, вот здесь внизу уже неплохо подразобрались. Так, в самом низу вообще уходим отсюда. Так, и вот здесь отсюда тоже уходим. Так, значит, вы... Так, вы идете сюда куда-то. Вот сюда идете наверх. Так, внизу у нас уже никого не осталось. Так, у нас остались немножко ребята вот здесь. Так, мы их убираем. Так, здесь мы отходим прям конкретно. Так... Здесь вот внизу. Что у нас тут внизу? Внизу у нас тут, блин, не все не очень хорошо. Внизу у нас тут все совсем нехорошо. Так, ну теперь у нас, в принципе, такая поливалка остается. То есть мы куда-то сюда сходим и просто начинаем отстреливаться по максимуму. Других вариантов у нас уже больше не осталось. Все. Так, ну что-то типа того, наверное. Нам нельзя, чтобы... Если они немножечко побьют наш домик, еще ничего. Если начнут конкретно выносить... Так, вот сюда давайте. Конкретно выносить лучницу, то будет полная жопа. Так, домиком мы еще как-то, может быть, можем пожертвовать незначительно.
По идее, на него инфекция так сильно быстро распространиться не должна. Так. Стоп. Давайте вот атаковать. Так, с верхними мы, получается, расправились. Так, давайте теперь с нижними. Эй, заградотряд, вы куда? Что это за дезертирство? Так, все сюда, все на нижнюю часть. Ну, они, скорее всего, не дойдут уже. Да, у нас уже численный перевес, а остался одна штука. Короче говоря, количество все-таки решает. Количество и тактикос. Мы успели довольно много их перебить до того, как они дошли до базы, поэтому... Ну и нас до хрена. 82 лучницы, это прям реально дофигища. Урона у них меньше, конечно, чем у солдатских. Но зато количеством они берут классно. Они быстро бегают, это большой плюс. Так, ладно, первая орда готова. Не с первой попытки, конечно, но первая орда готова. Так, осталось немножко дорезать оставшихся. Так, ну нормально, 720 итоговый счет, 10% нас сняли за повтор. Так, хорошо, давайте посмотрим, что нам это откроет. Это нам открывает костяное побережье. Костяное побережье нам открывает, и 480 очков у нас есть, которые нам надо будет как-то распределить. А давайте сейчас распределим, что у нас вообще надо сделать на костяном побережье. Уничтожить всех зомби, численность населения 800. Сопротивляйтесь всем ордам зомби. Так, тут будут орды. Тут будут орды, это печально. Так, орды. Чем мы будем сдерживать орды? Механическое оружие. Ударная башня. Атакует ближайших врагов большими стрелами. Да прикольно. Так, ладно, нам в любом случае нужна экспертная мастерская. Я так думаю. Новое сооружение, дом, да. Нам нужно это для того, чтобы сделать себе штуку. У нас остается 240. Усиленные снаряды. У разведчика будет 20% доп. Урона. Это хорошо. Солдат, броня, зерновые культуры. Блин, вот новое сооружение фермы, это, конечно, круто. Но учитывая то, что там будут орды зомби... Возможно, имеет смысл... Вот что такое, блин, этот самый, большая баллиста? Баллиста это прикольно или баллиста это фигня какая-то непонятная? Наверное, баллиста это прикольно. Плюс баррикады. Наносит урон врагам, заставляет их передвигаться медленнее. Блин, это тоже классно. Блин, все такое классное. У солдатов жизни снайперов больше. Так, механизированное хранилище. Блин, короче говоря, либо уходить в баллисту, но я не знаю, что это. Поскольку я никогда не играл, я понятия не имею, это хорошая тема или плохая. Но у нас как раз 240 очков. То есть мы можем прокачать разведчикам урон. И, соответственно, херануть себе баллисту. Хотя мне вот и зерновые культуры нужны. Блин, баррикады наносят урон. Заставляет передвигаться медленнее. Баррикада тоже прикольная штука. Наверное. Ладно, давайте пойдем в баллисту попробуем. Нет, что такое баллиста? Давайте попробуем себе забахать баллисту. Короче. Хорошая эта тема, плохая эта тема, пока непонятно. Будем посмотреть. Но будем посмотреть в следующей серии. Значит, на сегодня я с вами прощаюсь. В следующей серии тогда отправимся на костяное побережье. Посмотрим, что там как. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.